В текущем году в Ингушетии введено в строй 37 тысяч квадратных метров жилья. Городами-лидерами стали Назрань – 27 тысяч квадратных метров, Магаз – 4 тысячи квадратных метров и Карабулак – порядка 3 тысяч квадратных метров жилья. Об этом сообщили в правительстве региона. Сейчас в республике возводится 30 многоквартирных домов общей площадью 480 тысяч квадратных метров. Из них в этом году сдадут 4 объекта. Что касается программы формирования современной городской среды из запланированных 34 Общественных территорий завершены работы по 10 в Малгобекском и Назрановском районах и Карабулаке. Оставшиеся 24 планируется благоустроить до конца октября этого года.